Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Лего, и это секреты по игре Rust. А сейчас я хотел бы поговорить, как видеть ночью в игре Rust. Потому что бывает, что вас убивает ночью, а вы там без факела бежали, или просто не шумели, или сидели где-то, а вас взяли и убили, и вы не понимаете, читер, читер. На самом деле, в этом нет никакого читерства. Как вы видите сейчас на экране, все хорошо показано, то есть все видно. Я тоже все хорошо вижу. А сейчас идет глубокая ночь. Итак, давайте разберемся, что нужно делать, чтобы у вас на экране было все так же отчетливо видно ночью, так же, как и днем. Так, давайте зайдем в настройки впуски. Итак, что нам для этого нужно? Нам нужно зайти в впуск. Панель управления, оформление и персонализация, выбрать вкладку «Экран», найти настройку разрешения, найти калибровку цветов, нажимать «Далее», еще раз «Далее», еще раз «Далее» и накрутить ползунок полностью наверх. Скрываем, альтабуемся обратно в игру и продолжаем играть. После того, как вы поиграли в игру, выходим из игры, заходим обратно в калибровку цветов экрана, который мы свернули, и просто нажимаем крестик. И у вас все возвращается на свои места. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь видео. Всем пока.